преподаватели до наших студентов, они не совсем соответствуют сегодняшним требованиям производства. И поэтому вот в этом процессе дуального образования вторая часть, то, что не было сказано, это именно повышение еще квалификации и преподавателей в том числе. Потому что они будут находиться непосредственно на производстве. Все те новшества, которые сегодня, в общем-то, на этих производствах есть, они уже смогут осваивать и передавать эти новшества студентам. Вот в чем смысл этого дуального образования. И я думаю, что мы действительно с 1 сентября вот, для студентов наших 5 курса, 4-го, 5 курса, мы уже эту программу начнем более эффективно использовать. И я думаю, что именно в этом будет успех нашего университета и наших выпускников. Потому что уже никто не будет говорить, вот он не знает производство, он никогда не был. Ну то, с чем сталкивается каждый выпускник. Сегодня, к сожалению, это проблема.